Доброе утро. Сегодня на завтрак пшеничная каша, чай без сахара, по яичку сидим и батончик чикобар. Всем большой привет. Девчонки, хотите посмеяться? Я, короче, вообще с самого утра, больная голова ногам покой не дает, да, там как поговорка-то говорится. В общем, сейчас заведу машину, а то что-то как-то холодно. У нас, в общем, сегодня опять мороз, и с утра мне надо было сестру с племянником увезти, тоже, ну, у них там медкомиссия, в общем, они проходят. Все, рада в школу, потому что далеко же школа-то от нас. По-любому надо как бы увезти, потому что далеко идти, на улице мороз, холодно. Все, делов куча с самого утра. К родителям надо было еще продукты завести. В общем, выхожу на улицу, машина у меня завелась 4-го раза. А если такие морозы, я обычно с вечера еще выхожу, как бы, ну, дополнительно прогреваю. В общем, не суть важно, что, в общем, все-таки я ее завела. Думаю, да, посмотрю колесо. Но мы ездили в шиномонтажку, поставили камерные колеса, в общем, внутри камера, вот так нужно объяснить-то. И все, и, в общем, вот эта вот пипка, через которую качаешь, она туда вовнутрь колеса провалилась еще в прошлый раз. А муж у меня, короче, уехал на работу. И получается, я все-таки в прошлый раз накачала и, в общем, ездила вот сколько дней, поглядывая на это колесо, думаю, спускает, не спускает. Те дни нормально ездила, как бы не спускала ничего. А тут, думаю, дай посмотрю. Нет, точно, колесо спустило полностью. Думаю, они у меня там уже на улице стоят, ждут. Что делать? Сворачиваю вот эту пипку-то, ну, колпачок черный. Она, в общем, не открывается. Примерзла. Думаю, что делать? Побежала домой, забыла с колготками. Это, машину обмела пока, то все. В общем, свернула я резьбу вот этой вот пипки-то, черненькая, колпачка. Все, добыла, вставила, вроде колесо качает. Думаю, блин, надо, наверное, им позвонить. Они же, наверное, стоят это, на улице, холодно. Все. И получается, у меня одна-то рука с телефоном, а вторая рука замерзла, я ее, в общем, в карман положила. А до этого же, получается, все таяло, холодно было, дождливо было, и лед был, а сверху снегом насыпало. И я встала на этот пригорочек, вот вам до этого заснимала. И что вы думаете? Я без приключений вообще никак не могу. Я подскользнулась на этом пригорке, падаю назад себя в этот огромный сугроб. Мне так смешно вообще стало. В это время я разговариваю с сестрой. Тут у меня компрессор этот работает, гудит, ничего не слышно. Я не понимаю, что она мне говорит. В общем, я ей кричу в телефон, что Люба, сестра зовут. Я, в общем, упал, я вообще в сугробе нахожусь. В общем, так смешно получилось. Все, это... А сейчас тоже надо будет батончики забрать. Фитнес-шок пришел мне на Валбрис. Я хотела все кучу. В общем, я там заказывала еще пасту арахисовую без сахара. И заказывала пасту фундучную, тоже без сахара. Очень вкусно. Я уже много раз арахисовую пасту заказывала. И вот второй раз фундучную пасту. Но она дороговато, конечно, стоит. Но стоит того. Стоит. Очень вкусная, вот как нутелла. Туда добавишь еще шоколад растоплен, тот же самый на стевии, и получится реально нутелла. Ну и без шоколада по вкусу похоже на нутеллу. Ну просто перемолотые орехи, да. Я вот в творог добавляла, там с бананом, или летом я ела с нектаринкой, со сметанкой. Ну очень вкусно, вообще очень вкусно. Вот. И, в общем, сейчас поеду. Мамочка выглядывает. Заехала домой к родителям. Надюшу оставила. Мои там еще долго, ну, на приеме-то буду, позвонила. А я вещи не взяла для Надюшеньки. На перекус я ничего не взяла. Себе не взяла. Раз я все уже на питании, да, конкретно. Короче, вот сейчас заеду, заберу вот эти батончики, уберу продукты. А я до этого еще забежала домой с утра, бросила продукты там, молочку, короче, у порога, и в холодильник не убрала ничего. В общем, такое утро у меня.
чудесное. Чудесное и распрекрасное все равно. В общем, вот такой прикол. В общем, вот забрала я батончики. Тоже с разными вкусами. Арахис. Что тут? Кокос, что ли? Да, кокос, ваниль. И что? Грецкий орех, изюм. Это, знаете, на что похоже? На пикник, наверное. И возьму еще на перекус яблоко зеленое. Сегодня такой день суматошный. С самого утра получился. Я даже не успела макияж сделать. Ну, в общем, сегодня так, как есть. Ну, посмотрим, уж я еще все-таки сделаю макияж. Приехали домой, поставила варить гречку на обед. И буду доедать отбивные. И надо будет готовить ужин еще. На ужин и на обед. На завтра и... На завтра. И на сегодняшний ужин, в общем. Вот. Что-то вроде выздоровела, пропила антибиотики. Ну, рассказывала, это болело там. И у меня опять горло начало болеть. Что такое? То ли вирус какой-то, то ли что. В общем, выпила сейчас танзилгон. И вспомнила, что я витамины давно уже не пила. С прошлого года, наверное. Ну, выпила там фольку. Это у меня еще был типа йодомарина. Калий едит. В общем, то выпью, то не выпью, то выпью, то не выпью. Вспомнила, что у меня тут еще парочку оставалось витаминок. Комплевит мама я покупал мне муж в аптеке. Еще вот только Надюшенька родилась. Я их не допила. У меня как раз тут 5 штучек осталось. Я вот сейчас одну выпила, еще 4, на 4 дня. В общем-то, тут же комплевит, комплекс витаминов и минералов получается. В общем, надо поддержать как-то иммунитет, здоровье. Закипело. Ой, точно. Гречка закипела. Сейчас. Надо размешать. Чайник поставила. Эта сестра ко мне должна прийти. Это у меня еще сестра есть. Двоюродная в гости. Это, в общем, пью воду. Сегодня у меня второй день получается, и ко мне захотела присоединиться доченька моя Радочка. Вот, ну, я, конечно, этому очень рада, что у нее тоже вот желание возникло, да. То есть я не навязываю, старалась никогда не навязывать. Ну, в общем-то, деток надо направлять, да. Вот, и мы с ней утром сегодня встали, сделали замеры, взвесились. Ну, я как бы и так знала свой вес, его контролирую каждый день. В общем-то, тут похудела 99 была, потом, в общем-то, 5 наела. И сегодня у меня вес 101-800 утром был. В общем, объем бедер, объем груди, объем талии измерили. Все записали. Сейчас у меня сегодня задание составить себе расписание на каждый день, чем я буду заниматься. Например, ну, массаж, например, да, медовый массаж, говорят, очень эффективный. Вот сегодня медовый массаж, завтра там, например, тренировка на осанку, послезавтра тренировка на... на шейно-воротниковую зону, раз у меня остеохондроз, да, есть. Потом в другой день, например, тренировка по Синди Кроуфорд, она меня вообще хорошо пробирает. Там четвертый день, например, кардио-тренировка. Ну, в общем-то, вот такое расписание хочу себе составить и придерживаться его. Такие планы. Это мой обед. Помидорки, гречка отварная. И куриная отбивная. Вечерний ужин. Куриная отбивная, яйцо отварное, огурчики, цикорий с молоком.